друзья, находимся на Мальте. Такая кафешечка. Разные эти суши, горбушки подают. Сейчас примерные цены вам на них покажу. Вот это. Так, в общем, вот такая крутится вот эта тарелка. Точнее, не тарелка, это конвейер идет, и выбираешь себе тарелку. Каждую тарелку, я так понимаю, не по-разному стоит? Да, по-разному тарелка 185. А, по-разному стоит, да? Сейчас, подожди-ка, я сейчас озвучу. Вот это сколько стоит тарелка? 2,75. Эта штука стоит 2,75. Это тоже, да, 2,75 получается? Угу. Вот эти? Тоже 2,75. Тоже 2,75. Вот эти? 3,75. 3,75. Чем они отличаются, интересно, какие-то навороты здесь? Вот это? 3,75, тоже фиолетового цвета. По цвету, ага, да. Все понятно. То есть каждый цвет, берешь разный цвет тарелки, и они по-разному стоят. Примерные цены, вот сейчас покажу, что... Так, где тут цены вообще написаны? Тут написаны? Нет, цены. Вот цены только за тарелку. А, вот они. Набираешь тарелку и по тарелке. Да, разные тарелки, по 2, 4,75, 3,75, 2,75, евро 75. И еще кроме этого есть другая тоже какая-то здесь еда, я так понимаю. Вот разные эти вина, десерты, такие вещи. То есть примерные вот такие вот цены на суши. Мы сейчас находимся на Мальте, в городе Сан-Джулианс. Это место называется... Как место это называется? Не написано здесь? Знаешь? А вот Сако, Сако суши называется. Это называется Вагамама. Вагамама. Пока все, смотрите обзор. Давай двигаемся в Голливуд, Солнечную Калифорнию.